Надеемся, что сумеем вас заинтересовать, и вы поставите нам лайк за наши усилия. Турецкий сериал «Сердцебиение» расскажет о нелегкой судьбе девушки Эйлюль. В юношеском возрасте она поменяла огромное количество школ, потому что учителя не хотели с ней заниматься. Когда ее выгнали из последней школы, она претерпевает жесточайшее избиение и унижение от собственного отца. Стойко выдержав такое, девушка не заплакала. Но с этого момента жизнь ее меняется. Не в силах что-либо сделать бабушке девочки только и оставалось, что молиться о лучшей судьбе для Эйлюль. Посмотреть 12-ю серию можно 23 сентября с перевода.